Господа, товарищи, граждане, мирные квартиросъемщики и бомжи. Как-то вечером с друзьями мы на кухне собрались и под водочку с блинами разговор вели за жизнь. Разошлись они на шутку, трижды бегали в ларек, ну и, как водится, под утро подвели всему итог. Что бы мы ни голосили, все равно один ответ: «Хороша ты, мать Россия! Да порядку в тебе нет!» «Вот и все, — сказал мудрец, — и в воду канул. Он-то с дуру думал, будет все ништяк, только гром небесный так внезапно грянул, что мужик не перекрестится никак. От свободы одурев, как от дурмана, оказавшись позади планеты всей, потянулись за границу караваны полунищих и обманутых людей. А в России, как всегда, бардак и пьянка, на престоле наш народный персонаж, и вокруг него отвязанные панки учинили узаконенный шабаш. Старички штурмуют Кремль с красным флагом, и за Сталина идут в последний бой, а в ответ по просьбам узников ГУЛАГа демократы обзывают их чумой. Вся братва переоделась во фраки, но осталась по понятиям братвой. И пока крестьяне морды блющат в драке, загребают деньги так, что, боже мой, доллар стал национальной валютой. Для народа он теперь нательный крест, дорожает, сволочь, каждую минуту, и крестьяне ждут торгов, как благовест. И балаганом чья-то жесткая умелая рука так сдает, как будто хочет из Ивана сделать русского навеки дурака. Мафиози как могли Козу Ностру берегли, но Россия и на них накатила. Те опомнились едва, как российская братва пол Европы за три дня прикрутила. Те опомнились едва, как российская братва пол Европы за три дня прикрутила. Бы тихо лечь на дно, они сказали «но», и забили в Копенгагене стрелку. Подтянули снайперов, отморозков и быков, чтобы наших положить в перестрелке. Подтянули снайперов, отморозков и быков, чтобы наших положить в перестрелке. Им бы с год пожить у нас, призадумались бы в раз. Ну уж коли наша честь под вопросом, наше слово под ответ, мы придем, базаров нет, принимай к себе гостей, Коза Ностра. Наше слово под ответ, мы придем, базаров нет, принимай к себе гостей, Коза Ностра. Наши прибыли туда без особого труда, без поклажи, но в руках по барсетке. Цепи ровно в три версты, двухпудовые кресты и для важности фасонные кепки. Цепи ровно в три версты, двухпудовые кресты и для важности фасонные кепки. Мафиози не отнять, крепко могут воевать, и привычные ко всяким моментам
Но для их бандитских масс только золото за раз сразу стало основным аргументом. Но для их бандитских масс только золото за раз сразу стало основным аргументом. Чтобы шум не поднимать и вопросы сразу снять, им на пальцах объяснили понятия. А чтоб хватало нам на жизнь, их буржуйский бандитизм обложили ежегодной податью. А чтоб хватало нам на жизнь, их буржуйский бандитизм обложили ежегодной податью. И пока жива братва, у России есть права все проблемы доводить до решения. Ну а если будет спрос и поднимется вопрос, то прикрутим мы Саддама Хусейна. Ну а если будет спрос и поднимется вопрос, то прикрутим мы Саддама Хусейна. Глаза небесно-васильковые притягивали взгляды, как магнит. За ней ходила вся шпана дворовая, а я среди шпаны был знаменит. И если к нам ломились посторонние увидеть васильковые глаза, ремень солдатский с пряжкой золоченою мог за меня доходчиво сказать: Танька красавица, она мне нравится, да я без Таньки никуда. Танька красавица, со мной останется, а вы свободны, господа. Танька красавица, со мной останется, а вы свободны, господа. Попробовать с моё. Всего, наверное, было даже слишком, но я вернулся, заплатив за всё. И проходя под окнами знакомыми, уже давно не веря в чудеса, искал глаза небесно-васильковые. Красавица!
Танька красавица со мной останется, а вы свободны, господа. Накатили мысли непрошенные, я гоню их прочь, как могу. Я с моей душой перекошенной от себя куда-то бегу. Мне навстречу тьма непроглядная, я ее глотаю, как дым. И вот эту жуть плотоядную называют счастьем блатным. И я бегу, не ведая дороги, куда бегу, и Богу не пойму. Да и вообще, зачем я нужен Богу в такую тьму, в такую тьму? Да и вообще, зачем я нужен Богу в такую тьму? Кругом дурман да похмельный бред, и в потемках бродят стада. И стада забыли, как блещет свет, и идут опять не туда. И кого винить, и за что винить, коль не ведают, что творят. Я смотрю, как хрупкая рвется нить, а стада понять не хотят. И я бегу, не ведая дороги, куда бегу, и Богу не пойму. Да и вообще, зачем я нужен Богу в такую тьму, в такую тьму? Да и вообще, зачем я нужен Богу в такую тьму? Зашла полынь, горькая, как кайф с бодуна. Значит, у земли не осталось сил, значит, правит бал сатана. И я бегу, не ведая дороги, куда бегу, и Богу не пойму. Но где-то там, у смерти на пороге, свеча пасхальная он пронзает тьму. Смеркалось, не спалось, сгрустнулось, задумалось, перемкнулось. Почудилася, испужалась, видать, перепилося малость. Разделась, разлеглось, размлелась. Хотелася, да не сумелась, не склеилася, обломалась. Видать, перепилося малость. Уволилася, развелося, укралася, да обошлося. Бомжилася и опускалась, видать, перепилося малость. Опомнилася, отрезвилась, лишилась, маялась, зашилась. Сорвалася и упилося, на утро хоронить
пришлось. На утро хоронить пришлось. Раскинула зеленые прикиды, а у тебя с рассвета до темна претензии, капризы и обиды. Твоя любовь по жизни паровоз, а я твоя наезженная шпала, и бьет меня по темечку тяжелый стук колес. Но знать, ты снова тронулась с вокзала. Скажи мне, милая, куда ты денешься? Ну что ты бьешься, словно бабочка в окне? О чем ты маешься, на что надеешься? И что ты хочешь доказать себе и мне? Твои подруги ходят к нам домой и кушают у нас с утра до ночи, и потому я дома сам не свой. Моя душа покоя дома хочет. Твоя собака съела портмоне, в котором я держал лаве на баню. Я ее не тронул, так за что сегодня мне? Звонила в 5 утра твоя маманя. Скажи мне, милая, куда ты денешься? Ну что ты бьешься, словно бабочка в окне? О чем ты маешься, на что надеешься? И что ты хочешь доказать себе и мне? Хочешь миллионы и престиж, а я живу особо не наглея. Наверное, счастье может дать Париж, а здесь братва в печали подогреет. Давай с тобой усядем вечерком и за семейным тихим разговором оттянемся по маленькой армянским коньячком, по-доброму уладив наши споры. Скажи мне, милая, куда ты денешься? Ну что ж ты бьешься, словно бабочка в окне? О чем ты маешься, на что надеешься? И что ты хочешь доказать себе и мне? О чем ты маешься, на что надеешься, и что ты хочешь доказать себе и мне? Позвонила с дачи теща, ей бы контрразведчиком служить. Ночь давила духотою и с чугунной головою, я пошел на лоджу покурить. Не успел я затянуться, как летающие блюдца подвалило прямо под балкон. Я со страху стал как сникер, сигаретой подавился, в общем сразу потерял фасон.
из этого изблюдца ростом с нашего якутца вышел в рваных шортах гуманой. Лысый как сосед Андрюха, вместо глаз большое ухо, словом весь какой-то не такой. А мы стояли и молчали, он на блюдце, я в печали. Тут он ухом задал мне вопрос: как зовут тебя, землянин? Ты еврей али славянин? И когда ты грыжу перенес? В общем, спрашивал анкету, как тут было не ответить. Ну и я ответил, чуть дыша: а звать меня Фома Тунгусский, и по паспорту я русский, хоть и клич из ямы кореша. А он поддакивал под мышкой, ну а я врубился в фишку. Мама мия, это ж все со мной. Вроде он же просто разум неземной. Ну и я, собравшись духом, гаркнул прямо ему в ухо: ты скажи, откуда ты, браток? Что у вас там за валюта, если общество как тута, и нельзя ли к вам хоть на часок? А он в ответ зачмокал ухом, мол, житуха, как житуха, денег нет, но в гору прут дела. Было на вид 18, а может чуть меньше того. Мне ее было жаль, и желание остаться возникло превыше всего. Я ей что-то шептал, благородно взирая на всю ее хрупкую стать. Что-то плел о высоком, чуть-чуть привирая, а как тут нельзя не соврать. И она на глазах превращалась в принцессу, а я в идиота, увы. Здесь мужчины слабей в отношении процесса потери своей головы. И когда мои губы почуяли жажду вкусить ее трепетных губ, все свершилось, и было не так уж и важно все то, что творилось вокруг. Стояв на земле, ну а Золушка стала как слесарь запоя, а я как макет для рукопашного боя. Потом она матом сказала плохое и скрылась вдаль на метле. Скрылась вдаль на метле. Скрылась вдаль на метле.
Видите свет, поперло быдло кверху, как будто дрожжи кинули в дерьмо. Россия открывает путь к успеху крутому и отвязанному чмо. Наверное, зря жалел Деникин хамов, их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов, и мается Россия их детьми. Аристократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько и бьет по печени печаль. Мне наплевать, а сердцу горько и бьет по печени печаль. Когда жлобы на деньги коммунистов открыли банк American Express, чекисты дали волю аферистам, имея свой бубновый интерес. И в тот же час из общего болота поперлись, кинув лапти, господа. Теперь они в порядке и в почете гребут лавы из мутного пруда. Аристократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько и бьет по печени печаль. Мне наплевать, а сердцу горько и бьет по печени печаль. Следственные связи, но хочется спросить в кругу друзей. Я понимаю, что из грязи в князи, но где взять столько грязи на князей? Какой народ, такие и бояре? Ты что ж теперь на зеркало пенять? А вот за что поперли государя, так тут умом Россию не понять. Аристократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько и бьет по печени печаль. Мне наплевать, а сердцу горько и бьет по печени печаль. Жену мою Клавдею вместе скоро 20 лет. Для меня любовь затея, для нее постыдный бред. Ей до секса дела нету, ей бы шмоток полон дом. А я слышал про минеты, да не знаю, что почем. Наш завод акционерный, то есть все давно продал. Вот и я вагон фанеры как-то вечером урвал. Объявление дал в газете, дескать, индивидуал продает валютный смете дефицитный материал. В общем, выручил я баксы за фанеру за мою. Мне б к жене моей податься, дескать, все равно пробью. Но под действием рекламы эротических трусов я поехал за путаны, для престижа взяв таксо. Шеф довез меня до точки, показал троих девах. Ой, вы лакомы кусочки, мне б не дрейфить в ППХ. Выбрал я одну потолще, и поехали мы к ней. Не узнала б только теща об затее об моей. Девка жалилась дороге на судьбинушку свою, на детишек в Таганроге, на разбитую семью. Ну
нету, просто странный мы народ. Вот не склеилось минетом, но зато душа пошла учиться на главбуха, чтоб с этой жизни взять помногу и всерьез. И началась моя поганая житуха, куда ни кинь, один сплошной вопрос. Стою на кухне, как король на эшафоте, снимая пальцами с ушей зеленый лук. Да я б на каторге и топ так не работал, а тут не чую я ни ног, ни рук. Решил в духовку запихнуть свое искусство, а то в сырую эту дрянь совсем не съешь. И обгорев, как в танке с пяток до макушки, в конечном счете грыз обугленный кулеш. Мое здоровье пошатнулось и упало, я словно свечка зашкварчался и потух. На днях жена меня в постели не признала, потом, принюхавшись, признала родный дух. С пылесосом он лихо отжимает мокрое белье. Я утюгом пеку оладушки и тосты, а что поделать, жизнь берет свое. Но чтоб не рисковать оставшимся здоровьем, я убегу к соседке Клавдии ползком. Пускай она похожа статью на бульдозер, зато у ней хозяйство справное во всем. Капитал. Бьюсь, как рыба, а денег не надо.
надыбал. В машине у меня народ бывает разный, и каждый норовит проблемы загрузить. Но думается мне, у них один диагноз, им просто довелось в стране российской жить. А может бросить все и съездить за границу, купить там барахла и здесь наваром сдать. Но что я без руля, мне даже ночью снится, как я свою судьбу пытаюсь обогнать. Бьюсь как рыба, а денег не надыбал. Суфазине, а крыша до сих пор на небесах. Живу, как снятый ценник в магазине, на женских фиолетовых трусах. Живу, как снятый ценник в магазине, на женских фиолетовых трусах. Не выдержала психика рекламы, сказала мне гудбай, о биокей. Я себя почувствовал программой госвидеорекламных новостей. И я себя почувствовал программой госвидеорекламных новостей. Однажды стал облитый шоколадом с арахисом поджаренным внутри. Все ничего, но жить на что-то надо. Пошел в палатку, шарп, меня дери. Все ничего, но жить на что-то надо. Пошел в палатку, шарп, меня дери. Я предлагал себя в оптовых ценах, но продавец ужасно был упрям. И говорил, куда ж тебя я дену, ведь ты же битнес херши пополам. И говорил, куда ж тебя я дену, ведь ты же битнер с херши пополам. Не выдержав подобного удара, я стал планетой Рибок в тот же миг. Потом меня забрали санитары, сосун видал, как я душою сник. Потом меня забрали санитары, сосун видал, я душою сник. Потом я был проктором и гэмблом, поскольку мне кололи за двоих. Но врач сказал, мы справимся с проблемой, наверное, я был МММ для них. Но врач сказал, мы справимся с проблемой, чудо, наверное, я был МММ для них. У нас в палате полная свобода, вот тот, который справа у окна. Был ваучер, а нынче для народа стал долларом и шлет реформы на. Был ваучер, а нынче для народа стал долларом и шлет реформы на. А мой сосед у двери несчастливый, он тампекс не видать из-за трусов. А как раз Путин дважды был фальшивый и польского разлива Горбачев. А как раз Путин дважды был фальшивый и польского разлива Горбачев. Вообще тут до хрена торговых марок, парфюм, продукты, техника, что хочешь.
Но зря к нам не пускают санитарок, у нас для них и гоу есть и вож. Вот зря к нам не пускают санитарок, у нас для них и гоу есть и вож. Когда-нибудь я стану лимузином, не все же падать нашему рублю. А нынче я сижу на сульфазине и паузу рекламную ловлю. А нынче я сижу на сульфазине и паузу рекламную ловлю. Панкратов ночным кочегаром работал в РУ по решению суда. Работал на шару почти что за даром, но жил припеваючи, как никогда. До вечера спал в полутемной подсобке, потом похмелел.
умилившись и скинув пиджак, готовил яичницу на сковородке, потом кочегарил ни жизнь, а ништяк. Но как-то не вычислив дозу и силы, Василий к полуночи шибко был пьян. И чудилось Васе, что легкие крылья возносят его в поднебесный туман. И вдруг он уже на балу в Мариинском, и шпоры звенят вальсу венскому в такт. И дочь губернатора рядом так близко, что легкий румянец горит на щеках. Василий икал и ворочался сладко, и звуки старинного вальса неслись, и чьи-то слова прошептали украдкой: «Лети, милый Вася, тебя заждались». Нашел его тело висящим в исподнем над кучей угля. Из шеи Василия снял неумело